Фильм в честь десятилетия R&Co. Революция в индустрии волос. Первые 10 лет. Я считаю, что стилисты должны внимательно относиться к брендам, с которыми они работают, и быть уверены, что это действительно тот самый бренд. Бренд R&Co появился на свет в результате созидательного разрушения. Мы нарушали правила и были вне их. Давайте назовем эту часть «начало». Я начал свою карьеру в Глазго, потом переехал в Лондон, столицу Великобритании, а затем в Париж, во Францию. Там я работал парикмахером-фрилансером. Я узнал о творческом процессе гораздо больше от фотографов и креативных директоров, чем когда-либо от других парикмахеров. Это придало отличный импульс моей карьере в индустрии. С годами индустрия стала похожа на глянец, все сводилось к продаже средств. А нам нужны были не хорошие продавцы, а хорошие парикмахеры. Я увидел огромный пробел в индустрии и решил что-то изменить. Я был не один, многие, как и я, хотели получить более качественные продукты, обучение и вдохновение. Мы подумали, что если бы мы могли объединиться в попытках достичь общей цели, мы смогли бы изменить культуру и всю индустрию красоты. Именно это мы и решили сделать. Это был призыв к стилистам. Пришло время вернуть нашу индустрию себе назад. Когда мы основали R&Co, мы просто взяли классику и переосмыслили ее. В создании R&Co участвовали невероятно талантливые люди. Мы все обсудили с Тедом Фингером, с которым мы много лет работали в Bumble & Bumble. И создали команду, в которую вошли я, Гаррен, мастер парикмахерского искусства, Аманда Уолл, блестящий креативный директор, и фантастическая маркетинговая команда, которая занималась организацией и поддержкой. Наш ключ к успеху в привлечении креативных партнеров, которые раздвигают границы возможного. Во время моей жизни в Париже я понял, что гениальное проявляется в свободе творить без осуждения. Прислушайтесь к моему совету, никогда не бойтесь неудач. Успехи и неудачи — это на самом деле просто части творческого процесса. Именно так на рынке появляются инновации и бестселлеры. Уже через несколько месяцев после запуска бренда мы оказались выше никому не нужного шума и попали в тысячи журналов и блогов. Обычно салоны рекомендуют продукты, но мы перевернули эту идею и стали рекомендовать салоны. Наши средства привлекают людей визуально, стильной упаковкой, уникальными ароматами и эффективностью. Мы даем им названия в соответствии с тем, что они из себя представляют и как работают. Мы веганы и заботимся об окружающей среде. Это значит, что мы приносим пользу клиентам, стилистам и всей нашей планете. Ты видишь продукт, ты чувствуешь аромат, ты используешь его. И результаты говорят сами за себя. Музыка, кино и фотография всегда были важной частью бренда R&Co. Это мои увлечения по жизни, именно поэтому я сам курирую наши шоу и создание короткометражных фильмов. Мы даже представляем наш собственный музыкальный плейлист в салоны R&Co. Дверь в нашу вселенную всегда открыта. Мы стремимся создавать крутые продукты, которые разработаны в лучших лабораториях, вдохновлены талантливыми мастерами и изготовлены из самых высококачественных ингредиентов на планете. Наш экологический подход позволяет на 10 лет опережать большинство крупных косметических брендов. Мы проводим очные образовательные сессии, а также онлайн-мастер-классы, на которых обучаем всему, начиная от бизнес-стратегии и заканчивая стрижками, укладками и вдохновляющими уроками по колористике. Мы обучаем парикмахеров по всему миру. R&Co Bleu — это эксклюзивная кутюрная коллекция, которая позволила расширить возможности R&Co благодаря экологичным продуктам и инновационным формулам. R&Co Color — это линия профессиональных красителей с фокусом на здоровье стилиста, с особым чувством прекрасного, которое еще не встречалось ни у одного другого бренда. R&Co, R&Co Bleu, R&Co Color. Когда вы пользуетесь продуктами R&Co, вы попадаете в мир экологичной красоты от бренда, основанного творческими людьми. Успех R&Co — это заслуга людей, которые поддержали нашу идею. Гиганты индустрии мешали нам на каждом шагу. Мы создали бренд, который заставил их соответствовать уровню и быть настороже. Что? Им это не очень понравилось. Нам удалось создать бренд, который изменил и продолжит менять мир бьюти.
Большое спасибо. Давайте еще раз. Снято.